Всем привет! Что такое медное напыление? Ну, короче, вот обычный металл кидаем. Такую синюю водичку. Волшебная водичка, волшебная. Вот чуть-чуть подержали пару секунд, видать, да? Давайте еще закинем немного. Ну, давайте бросим, я думаю, туда бросим, да, пускай полежит хотя бы секунд 30. Видите, да? И это просто железо. И сверху медное напыление, ребят. Вот так она работает. Это просто водичка такая. Кидаешь и все. Будьте в курсе. На этом пока.